приветствовать вас в этом зале. Сегодня, 27 апреля 2018 года, вступают в брак граждане Российской Федерации Григорьев Антон Геннадьевич и Колпакова Ольга Вячеславовна. Дорогие молодожены, сегодня в вашей жизни произойдет важное счастливое событие. Вы станете супругами. Прошу ответить, является ли ваше желание взаимным? Прошу ответить ваше желание. Да. Прошу ответить ваше желание. Да. С полной ответственностью не только за создание, но и за сохранение семьи. Вам необходимо поставить свои подписи в книге государственной регистрации акта гражданства состояния. Ваш брак зарегистрирован. Я объявляю вас мужем и женой. Дорогие молодожены, перед вами обручальные кольца. С давних времен они символизируют бесконечность и непрерывность брачного союза. И сейчас в знак любви и супружеской верности обменяетесь обручальными кольцами. Right now I'm fading fast, not gonna last.
I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little? It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. It's gonna be okay. 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 It's gonna be okay.